Создание условий для гемодиализного лечения горожан непосредственно в Железногорске началось более 10 лет назад. Андрей Варичев, возглавлявший в то время комбинат, стал инициатором приобретения для первой горбольницы двух аппаратов «Искусственная почка». Для Андрея Владимировича решение этого вопроса было делом сугубо личным и принципиальным, так как его отец из-за отсутствия возможности хорошего лечения хронической почечной недостаточности ушел из жизни рано, почти в 47 лет. И сейчас, когда возникла необходимость в обновлении оборудования, компания «Металлоинвест» профинансировала приобретение еще двух современных шведских диализных аппаратов стоимостью почти 3 миллиона рублей. Сегодня в Железногорском отделении гемодиализа ежедневно получают жизненно важную процедуру более 30 пациентов. Новый аппарат, вы представляете, это как новые машины все равно. Это для нас очень большая помощь, так же как на старой машине ехать или на новой машине. Есть разница, конечно. Да, есть разница. Так же и здесь нам это очень большая помощь. Главный врач горбольницы номер один Игорь Пальчун отметил, что у нового оборудования есть и функция диафильтрации, которая позволит спасти жизни пациентов с острыми отравлениями. Поддержка медицинских учреждений, их оснащение современным оборудованием – одно из актуальных направлений социальной деятельности компании «Металлоинвест». Только за последние годы в рамках партнерства «Металлоинвеста» с администрациями региона и города проведена реконструкция здания для онкофилиала. Открыты новые отделения офтальмологии и неврологии. Для горожан работает сердечно-сосудистый центр, противошоковая операционная. Компания выделила средства на приобретение квартир для приглашенных в город специалистов. Приобрела два автомобиля для участковых врачей и современный реанимобиль для горбольницы номер два. Совместно с медицинским коллективом компания реализует в городе социальные программы «Женское здоровье» и «Здоровый ребенок». Не меньшее внимание «Металлоинвест» уделяет развитию детско-юношеского спорта. Открытие после капитального ремонта зала бокса стало событием для спортивной общественности города. Были проведены сантехнические работы, электромонтажные работы, замена потолков, светильников. Были сделаны внутренние отделочные работы, ремонт фасада здания, а также устройство ограждения территории. Хотелось бы сказать большое спасибо тем людям. Спасибо. Пожелать им здоровья и успехов в труде. Сегодня в зале бокса с дюшура занимается около 80 мальчишек и девчонок под руководством трех высококвалифицированных тренеров. Я желаю, чтобы в этом зале постоянно шли тренировки, чтобы те успехи и достижения, которые уже достигнуты нашей детской и юношеской спортивной школы, шли только вверх, и как можно больше наших ребят и девчонок становились медалистами соревнований различного уровня. На реконструкцию зала бокса компания «Металлоинвест» направила более 1 миллиона рублей. А вы, мальчишки, берегите мам, берегите сестренок, берегите своих одноклассниц, не давайте в обиду. Родились вы в прекрасной стране, гордитесь этим, радуйтесь этому. Ну и новые возможности, придем потом зачет принимать. Учитывая, что Железногорск – город спортивный, можно смело утверждать, что этот зал будет востребован юными спортсменами и станет местом достижения новых спортивных побед в соревнованиях разных уровней. Наш город на карте он маленький, но на спортивной карте нашей страны и всего мира он очень весомый, потому что у нас такие виды спорта, как дзюдо, самбо, борьба, легкая атлетика, плавание – лыжи и многие-многие другие, сейчас вот бокс. А на самом деле это уже наши традиции, нашего замечательного, спортивного, прекрасного, зеленого, юного, нашего родного города Железногорска. Я всех поздравляю вот с новым спортивным событием. Да здравствует спорт! Ребята рады, что теперь их занятия будут проходить в обновленном спортивном зале. Ведь тренировкам спортсмены уделяют немало времени. Занимаюсь я 5-й год, мне 13 лет. Очень нравится этот вид спорта, потому что в нем мужество и отвага. Ну, хотя и девочка, но... Нравится, потому что ну, очень интересно. Занимаюсь я 2 года. Масштабная реконструкция зала бокса – это важный показатель того, что сотрудничество компании «Металлоинвест», города и области успешно развивается.
Созданные достойные условия для занятий спортом станут трамплином для юных боксеров на пути к самым высоким достижениям.